Сегодня губернатор округа Игорь Кошин лично поздравил с победой на выборах в Государственную Думу Сергея Коткина, отметив, что впереди много активной работы, без которой округ не получит результат. Своего депутата-одномандатника в Государственную Думу Ненецкий округ не выбирал с 2003 года. Более того, Сергей Коткин стал первым жителем округа, который будет представлять интересы субъекта в Нижней палате российского парламента. Я очень рад, что вы, пройдя широкую процедуру праймериз партии «Единая Россия», единственная из политических партий на территории округа, провела широкомасштабный открытый праймериз. Вы убедительно победили на праймериз и вчера подтвердили этот результат. Поэтому я думаю, что мы должны, конечно, поблагодарить наших жителей за то, что они приняли активное участие в избирательной кампании. Вот вам наилучшие пожелания, поздравления. Ну и, конечно, сейчас вам придется с новыми силами включиться уже в новую для вас работу. Я думаю, что мы прежде всего должны поблагодарить всех наших избирателей, с которыми вы провели большое количество встреч. Наши однопартийцы участвовали в этих встречах, получили очень многие вопросы, которые необходимо нам еще обязательно проработать, доработать. В связи с этим у меня будет просьба к вам систематизировать всю проблематику, которая была поднята, поактивнее включить, задействовать партийный аппарат, исполком партии «Единая Россия», депутатов окружного собрания, депутатов городского собрания, представителей администрации, с тем, чтобы мы начали эти проблемы планомерно решать. Среди вопросов, которые необходимо лоббировать на федеральном уровне вновь избранному депутату Госдумы, социальная защита северян, северные пенсии, северный коэффициент к заработной плате и другие. Кроме того, необходимо решать вопросы стратегического характера. Это и строительство глубоководного порта в Индиге, дальнейшее развитие инфраструктуры Северного морского пути, вопросы по возрождению Амдермы. Сергей Коткин, в свою очередь, выразил надежду на конструктивное сотрудничество, так как о проблемах жителей Ненецкого округа знают не понаслышке. Проехал от Искары до Шойны, значит, непосредственно пообщался с людьми, получил множество наказов, пожеланий от школьников до людей высокого возраста. Как мы и договаривались с вами, значит, я их все обобщу, все предоставлю. Они все касаются, в общем-то, жизни нашего округа. Значит, действительно, жители округа, во-первых, благодарю всех жителей округа, то, что они пришли на избирательные участки, не зависит от того, какой они партии симпатизируют, независимо от того, какое они вероисповедание, они пришли, проголосовали и абсолютным большинством поддержали партию «Единая Россия».